Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Fold 5. И сейчас я покажу вам, как записать видео с экрана. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, вернее, мы свайпаем вниз и ищем здесь запись экрана. Находим и нажимаем. Прежде чем начать записывать, мы можем выбрать, откуда мы будем записывать звук. Либо это будет мультимедиа, либо мультимедиа микрофон, либо ничего. И можем выбрать, показывать касание или нет. И нажимаем «Начать запись». У нас идет обратный отчет, его можно также пропустить. Вот запись пошла, и во время записи мы можем, например, что-то обводить, рисовать и так далее. Можем здесь выбрать цвет, толщину карандашика. И также можем включить фронтальную камеру. Вот, когда мы записали все, что нам нужно, нажимаем на квадратик, запись заканчивается, и мы сможем найти ее в галерее, вот она у нас здесь, либо в альбомах, которые называются «Запись экрана». И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.